Привет, народ божий! Вы на канале Детский клуб Kids. Друзья, начинаем новый проект «Другом Бога будь». Другом Бога, другом Бога будь, будь другом Бога. 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 Ребята, на этом проекте мы приглашаем библейских друзей Бога и задаем им очень интересные вопросы. Хочу вам представить нашего первого героя. Кораблестроитель, человек-апокалипсис, как его только не называют. Очень интересная личность. Встречайте Ной! Спасибо, что выделил в своем плотном графике строительства время, чтобы прийти к нам в студию. Окей, без проблем. Все говорят о том, что ты начал какой-то грандиозный проект. Расскажи нам о нем. Я строю огромный корабль. Строишь корабль? Сейчас многие наблюдают за тобой, и все в недоумении. Зачем ты строишь корабль? Куда плыть собрался? Ну, скоро пойдет сильный ливень, и зонтиком от него не защититься. До этого я и занялся этим проектом, чтобы все, кто хочет, могли спастись. Так, ты сказал, что будет ливень, и всех затопит? Многие современные люди почему-то не знают об этом. Где ты черпаешь информацию о потопе? Все просто, Бог говорит со мной. Он мне и сказал это делать. Значит, Бог. Интересно. А почему ты так уверен, что этот проект будет успешен? Другими словами, не боишься ли ты потерять свою репутацию? Ведь практически все общество посмеивается над тобой. Некоторые даже злятся, и в твой адрес высказывается очень много критики. Что будет, если твой проект провалится? Ну, во-первых, это не мой проект, и он навряд ли провалится. А во-вторых, я бы изменил твой вопрос. На вопрос, что все-таки будет, если этот проект состоится. Этого не может быть! Но судя по твоим высказываниям, останутся в живых только ты и твоя семья. И еще, каждой твари попали. Но именно это и раздражает людей. Почему именно ты? Просто я единственный праведник, который остался на земле. И таких, как я, больше нет. Хорошо. А можно заранее забронировать места на твоем ковчеге? Да, конечно. Сейчас я посмотрю в списке. Так, здесь слоны. С Евой Болда собаки. К сожалению, места осталось только вот с туалетом. А, нет, там тоже занят. Там поселился балдел со свиньями. То есть мест уже нет? Но понимаешь, проект оказался настолько успешным, что все места забрали. Кто хотел, как говорится, тот и успел. А теперь блиц. Другом Бога, другом Бога будь, будь другом Бога. Другом Бога будь, будь другом Бога. Другом Бога будь. Перед Богом. Дочки или сыночки? Сыночки. Ворон или голубь? И то, и другое. Сколько тебе лет? 600. Любимая гора? Алалат. Любимое растение? Масличный лист. Наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. И с нами был Ной и передача «Другом Бога будь, будь другом Бога». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми новостями. Всем пока!